Привет! Сегодня мы с вами снимаем видео про то, как перетопить свиной жир. Вот у меня есть свиной жир такой. Я его купил. Как может вам, как бы ни странно это ни казалось, но я его купил. Даже вот этот свиной жир, он долго не лежит в холодильнике, потому что там есть включение. Здесь у меня плиточка уже включена. Включение, которое, ну, в общем, белок есть, да? И если долго будет лежать в холодильнике, будет вонять. А если долго будет лежать в морозилке, то он станет невкусным. А вот если его перетопить, то и потом по баночкам, то будет очень даже ничего. Поэтому сейчас мы его с вами перетопим. Почему мы это делаем на улице? При некоторых раскладах он может вонять. Но вот если хряк попался, да? То он вонять будет даже еще не перекаленный. Это во-первых. А во-вторых, есть еще нюансы. Ну и жир в комнате он не нужен. У меня есть возможность топить на улице. И поэтому я и топлю. Вот. Тут кое-что срезаю. Собачки получат угощение. Вот эти вот белковые тоже включения, их тоже не нужно. Там кровь, что-то еще. Если есть возможность пленку обрезать, то и пленочку можно обрезать. Тут ветер у меня того гляди унесет, но собачка найдет. О, кстати, как хорошо снимается. Не ожидал. Это внутренний жир, самый хороший. Ну, хороший в смысле для жарки. Оно и сало хорошо. А для жарки внутренний это вообще прекрасно. Пленочки, когда, если есть возможность снять, снимаем. Если нет возможности, то они и так будут нормальны. Вон он уже готовый. Он уже готовый. Прекрасно. Почему? Потому что некоторые... Почему я его топлю и вообще почему я его купил? Вот иногда хочется, знаете, картошки жареной на нормальном свином жиру. А в продаже я что-то в последнее время не видел. Может, где оно и есть? Люди же все стараются на диете сидеть. Поменьше жирного. Поменьше жирного, поменьше жирного. А потом... Такая их тоска по родине, то есть ностальгия по картошке, жареной на сале, накрывает, а ничего не сделаешь, уже в магазинах нету. Все уже перестроились под современные тренды. Поэтому вот приходится колхозить. 50 рублей кило купил. Ждал, когда потеплее будет, потому что, конечно, вынесенная на улицу плитка при температуре близкой к нулю работает менее эффективно, чем при температуре близкой к плюс 15 хотя бы. Так вам для общего развития скажу, что каждые 10 градусов это теплее в 2 раза или холоднее. В зависимости от. Это легко проверить, наблюдая через хороший микроскоп за скоростью движения атомов и молекул. Прикольно, да? Вот. Увлекся я снятием шкурочек.
Ну а что? Надо же, чтобы что-то происходило в кадре, да? Интересно, вам видно там, что в кастрюле происходит? Оба. Немножко убавлю огонек. На большом огне не надо это делать. Так. Примерно. Чтобы топилось, но при этом не жарилось. Пленки убираю, чтобы потом их не вытаскивать оттуда. Ну, если есть возможность. Конечно, при промышленном производстве никто не занимается отделением пленок. Его просто топят и все. Потом, наверное, прессом бабах. Вот это вот срежу, наверное, вот эту кровь. Можно и с ней топить. Ну, как бы... Есть возможность пошиковать и убрать все лишнее. Так. Секундочку, перезапущу видео. Не хотел снимать. Думаю. То есть и в голову не пришло, а вытащил сюда, думаю, а почему бы и не снять? Потому что, когда ветер в микрофон задувает, и у вас там шумы такие, ну я вот тут спрятался в затишку у стены дома, а ветер с той стороны. Ну вот он сейчас боковой может задувать начать. Но вы уже основное видели. В принципе, вам теперь увидеть только нужно перетопленный результат. Я сейчас вот это вот докрашу, да, и уйду отсюда. Пусть оно само топится. Буду в окно посматривать, что там происходит. Это я ножичком накрываю, чтобы не улетело. Так. Вот это вот все, что я делаю, можно было просто порезать. Эти пленки не отделять. Опа. Так, на, кушай. Вот тебе. Тут у меня собака рядом сидит. Ей, наверное, очень вкусно все это пахнет. Но много жира ей нельзя. Чуть-чуть можно. А много нельзя. Когда много собаке жира даешь, она потом облазит со спины, потому что печень не успевает перевариваться. И первый признак того, что ей хреново или фигово, да, это облазение шерсти. Вот. Есть и положительные стороны в том, что делаем это почти что на морозе. Потому что, видите, руки остаются чистыми, несмотря ни на что. Жир не топится при такой температуре. Чуть наоборот не бросил. Так. И вот эту. Я думал, не влезет. Все, похоже, влезет. Весь этот жир. Туда. Ну это я уж очень так. Перфекционистки подхожу к процессу, хотя вон там все равно немножко красненькое попало.
Почистим. Оба. Жилочка. Точнее, не жилка, а вот пленка. Пленка. Ну и не страшно. Чуть-чуть будет пускай. Можно не очищать это, еще раз говорю. Но, хотя, если у вас встает вопрос о том, как перетапливать жир, то, видимо, вам и жир-то негде взять. Ну, на всякий случай посмотрите. Может быть, это видео сохранится там лет на 100. К тому времени, может, уже и свиней не будет. Кто-нибудь решит, что это неправильно, и переведут всех свиней. Тогда останется вот это историческое видео про то, как люди когда-то ели каких-то там свиней. Скажут, о, возня была. Но они же запах-то не могут почувствовать, правильно? Какой прекрасный тут уже идет. Немножко поменьше еще огонек сделаем. Так, надоело мне пленки отковыривать, честно вам скажу. Так, перережу. Оно и так хорошее. Работает без белого халата. Белого халата нету. А на таком ветру без куртки не постоишь. Туда упал. Ведь много ценителей искусства, кинематографии, видео. На ютубе. Советы как бы иногда такие дадут, что хоть стой, хоть падай. Типа, что там видео по 30 минут? Можно было все это за 3 снять. Такой жанр, ребята. Делаем все долго, нудно, терпеливо. Зато как бы аутентично. Хотя я не исключаю, что есть какой-то хитрый способ по перетопке. Может быть, там в котлах в каких-нибудь. Я не верю, что в деревне вот так вот в старину там. Ну, хотя свиней же убивают по одной, их же не убивают сразу десяток. Так, вот я думаю, если я наложу полную кастрюлю, что будет? Как я это промешаю, чтобы равномерно вытапливалось? Могу и не промешать. И когда оно закипит, как оно будет? Ну, по идее, когда жир будет натапливаться, то, что сверху начнет тонуть и тоже топиться. Так, ребята, я дорежу это, и когда уже растопится, тогда я к вам вернусь. Чтобы слишком долго вас не утомлять этим процессом.
Ждите, когда уже подтопится жирок. Решил все же показать, сколько всего 100 килограммов получилось. Эта кастрюля, похоже, примерно 3-литровая. А может и больше. Не знаю, наверное, побольше. И вот сколько ошурков, шкурочек разных. И вот сколько этого. Теперь и накрываю. И так это огонек, чтоб кипело. Если закипит на таком ветру. Я вернусь к вам, когда жир уже потонет сам в себе. Все же покажу вам процесс закипания. У меня такая ложечка коктейльная с Бакарди шла. Вот. Немножечко ее туда так притопить. Видно, что жир уже кипит. Вот не знаю, сделать погорячее или не сделать. Или и так выкипит. Жир должен быть белым, не должен быть черным. Видите, он светленький такой. Ну, коричневым не надо доводить до этого. Можно от дна чуть-чуть оторвать. О, шкварочки. Надо ли добавлять соль? Ну, я сколько делал, не добавляю. Жир выкипевший прекрасно хранится без соли, без всего. Ну, полгода точно хранится. Наверное, и год. Там же сейчас еще и вода выкипит, которая все-таки содержится в жиру. О, прелесть какая, да? Знаете, не буду больше прибавлять, наверное. Пусть так будет. Я вернусь к вам, когда произойдут какие-нибудь изменения. Ну вот. Пока туда-сюда пошел снег. Но зато здесь у нас все в порядке происходит. Не знаю, что это выкипает, вода или это жирок кипит. Можно сейчас уже и еще меньше огонь сделать. Еще убираю так вот, как обычно у меня суп докипевает. Вернусь к вам, когда все будет окончательно готово. А это когда вот эти вот штучки станут маленькими. Вот эти вот. Ай, блин, не за ту схватился. Вот эти вот, они должны сощуриться. И вот теперь начинаем самую главную процедуру. Я от снега протер тарелочку. И сейчас будем разливать наш жир. Я приготовил банки заранее, естественно. И вот сейчас что нам нужно? Нам нужно... Так, куда-то вилку дел. Ну чё, секунду, придется за вилкой сходить. Ну вот, и теперь вынимаем шкварочки. Вилочку я взял, сходил. Знаете, можно еще сильнее вытапливать. Но есть всегда риск сделать слишком коричневым наш с вами жир. Он когда остынет, все равно коричневым не будет. Будет белым. Но вообще-то много еще осталось. Много еще жира. Поэтому эту процедуру прекращаем временно. И сделаем промежуточную. Вот баночки. Разольем в них жирок. Что тут важно? Важно, ребята, чтобы лампа... Ой, это... Банка не лопнула. Поэтому, видите, я ливнул чуть-чуть и прогреваю банку этим жиром. А потом уже
разливаю. Потом будет, кстати, горячо держать ее так. Придется поставить. Баночки должны быть сухие, а то полетят брызги, когда кипящий жир ливанете в мокрую банку. Кстати, по запаху вы сразу сможете определить, какого качества у вас жир. Вот это. Ну, легкий свинячий запах он все равно будет. Главное, чтобы не воняло вот хряком. Значит, повезло. Значит, жир вы купили из свинки. У свинки меньше запаха. Некоторые запах хрящиного жира вообще не переносят. Так. Вот, одна баночка уже готова. Я их всего приготовил 4. Банки всегда с запасом. Вот, стараюсь, чтобы не попал жир. А только перетопленный. Опа, кастрюля уже выпадать начала из рук. И сразу крышечку раз. В принципе, можно и в открытом виде хранить, но я это буду есть медленно, поэтому я сейчас ее законсервирую. Вот так вот аккуратно переверну, убедюсь, что у меня воздух туда не засасывает, поставлю на полотенце и накрою сверху. Будет происходить так называемая стерилизация. Секунду, я вернусь к вам. Ну и завершающий момент, насколько хватит батарейки. Она уже мигает красным, а мне уже порядком надоело это все, потому что ветер и все такое. Поэтому сейчас мы сделаем вот так по-быстрому. Раз. Не надо слишком жлобничать. Это опять же прогреваем банку. Банки. Оба. Кастрюлю облили. Бывает. Но не прогреть банку нельзя. Лопнет. Вот. Оп. Видно там вам, как оно льется. Что-то мало. Наверное, не наберу. Не наберу. Надо сливать. Не надо слишком жлобничать и вытапливать, как бы выжимая оттуда. Потому что можно пережечь, и будет жир невкусный. Поэтому пусть лучше не дотопится, чем перетопится. До коричневого цвета. Это значит, вы пережгли. Сожгли легкие фракции жира. Оставили только твердые. Оп. Ну, Мурка, давай еще. Ну, хватит. На этом все. Пока, смотрите наши следующие видео. Не забывайте рекомендовать канал в Твиттере, Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте.
А вот теперь уже точно. Пока.